всегда хочется иметь разнообразные сорта тюльпанов. У меня их много, но вот подарили такие красивые белые тюльпаны, довольно высокие, и очень хочется их сохранить. Если оставить луковицу, она будет недозревшая. Поэтому что надо сделать? Луковицу надо положить немного древесной золы, сделать углубление сантиметров 10, отрезать верхнюю часть, можно оставить один лист. Если оставить цветок, то луковица не дозреет. И обязательно полить. Сажать лучше грубкой, так будет красивее. Если посадить вот так одиночно, он не будет смотреться.